что ни одного из них не поймали, не значит, что они не настоящие. Да, но может, они не хотят, чтобы их нашли. Я слышала, они довольно свирепые. Йети только выглядят свирепыми. Наверное, им просто не нравится постоянно мерзнуть. Мне бы это тоже не понравилось. Тебе не обязательно мерзнуть, Лара, если ты не хочешь. Смотри! Генри, что случилось? Леди Крофт, пожалуйста, оставайтесь. Говорит право танка 229. У нас не исправен левый двигатель. Пытаемся выпустить шасси. Мы разобьемся? Правый двигатель не реагирует. Нет, мы что-нибудь придумаем. Стабилизатор заклинит. Руль не сушится, мы теряем высоту. У нас сильный крен вниз. Закрой глаза, милая. Я не хочу закрывать глаза. Знаешь, мне кажется, ты нарочно забыла свое альпинистское снаряжение. С чего это ты взял? Серьезно, Зип. Это как подняться вверх по лестнице. Только не так скучно. Ага, как же. Меня мутит каждый раз, когда ты смотришь вниз. Эй, Алистер вернулся. Бери наушники. Быстро ты вернулся. Из Флоренции, да? В последний момент выбрал гены. С такими темпами моя диссертация никогда не увидит свет. Ну да ладно. Что ты делаешь в Боливии? Гуляю. Алистер, познакомься с Тиванаку. Очень милая дейнгская цивилизация в настоящий момент лежит в руинах. Очень приятно. Я ищу определенные артефакты. Уже довольно давно. Один старый друг, работающий в Лапасе, поведал мне многообещающие слухи. Артефакты какого рода? Украшенный каменный постамент. Ну и еще кое-что. Здоровенный кусок камня. И она не признается, зачем. В противном случае, в чем была бы интрига? Это было прекрасно. Эй, сделай одолжение, проверь свой пал. Он все еще работает, если тебя это интересовало. Класс, они сказали, он водонепроницаемый. Ты можешь с ним плавать безо всяких проблем. Ну разве что ты его съешь, тогда придется часок подождать. Если ты будешь так раскачиваться, меня начнет мутить, Лара. Тогда отвернись от экрана.
Осторожно. Дыши глубже, Зип. Нам предстоит долгий путь. Я и забыл, что ты такая оптимистка. Могу стрелять без приказа, когда я никого не вижу. Я уже настроился прикончить кого-нибудь, а тут пусто. За ним должок. Черт, я это лично Ратланду выскажу. Передай ему рацию. Это невозможно. Ты видел, какой там обрыв? Просто так по нему не подняться. Спроси Санчеса. Ха, тут нет никого, кроме идиотов-близнецов. Так что я буду стрелять по всему, что шевелится. Как ты думаешь, кто он такой и на кого работает? Понятия не имею. Он абсолютно ничем не примечателен. Это хорошо или плохо? Это подозрительно, что не есть хорошо. Танцевала вокруг, вопила что-то. Да, я бы мазал ей по первое число. Ага, чувак, конечно. Налетела на меня, вопя что-то на своем обезьянском, я сделал первое, что пришло в голову. Просто стукнул ей промеж глаз. И она закурила? Она того и добивалась. Обезьяны просто с ума сходят, когда видят, что ты куришь. Очень смешно. Да, поверю, когда увижу. Да точно говорю. Что за чёрт? Кто эти парни? Вопрос скорее в том, зачем так усиленно охранять какие-то руины. Это точно.
Ну разве это не прекрасно? Кажется, я снова влюбляюсь. Ты говоришь это всем руинам? Я чрезвычайно везучая девушка. А вот и чертовы туристы. Едут все портить. Твоя камера не показывает таких мелких деталей. Что ты видишь? Мужчины с ружьями. Наемники, судя по виду. Что они тут делают? Напрашиваются на неприятности. Это всегда болезненно. Дилетанты. Это помогает выжить. Для чего все это? Очевидно, чтобы доставлять тяжести вглубь горы. Зачастую древним строителям приходилось углубляться в твердые скальные породы. Thank you.
непонятно, почему хищники выбирают добычу крупнее их самих. Мне их жалко. Это череп обезьяны или человека? Жуть. Терпение и настойчивость. Это механизм. Вот это я могу передвинуть. Это механизм. Какая потрясающая конструкция! Это неплохо. Это механизм. Кто-то выбрал неудачное место для охоты. Редкость мрачное и неприятное место. Оно явно не было таким тогда, когда было полностью обставлено. Мы видим только то, что здесь осталось спустя тысячи лет.
Цела? Да, и все еще дышу. Сердце империи злобных вешалок. Ничто из этого не упоминалось в литературе, но я бы сказал, что это обрядовые предметы. Если это так, это не тот обряд, на котором я бы хотела присутствовать.
есть. Оставайся здесь. Что? Кто вы? Что насчет моей дочери? Не трогайте ее! Она не хотела ничего плохого! Что происходит, мама? Кто там? О, Боже! Нет! Мама? Мама! Что мы когда-нибудь встретимся. Спокойно, мы просто поговорим. Я слушаю. Возможно, ты находила часть вот этого. Тебя это сюда привело? Где ты это нашел? Это не важно. Важно то, что оно делает. Тебе это известно? То, что мне известно, касается только меня. Значит, неизвестно. Следовательно, своего фрагмента у тебя нет. Аманда говорила, что ты небрежна. Тебе следовало быть более внимательной, Параиса. Аманда? Аманда мертва. Черт побери, что ты знаешь о Параисе? Разговор окончен. Их больше одного. Отец был прав. Что это было? Сварите побольше кофе, парни. У нас впереди еще работенка. Значит, жизнь продолжается. Не могу сказать, что я против. Так, ладно. Кто это был? Ты ведь слышала о Ратландах из Штатов? Ну вот, ты только что повстречала младшего сына сенатора Джеймса Ратланда. Закончил Вестпойнт, больше ничем не прославился. Пожалуйста, принесите отснятый материал. Добро пожаловать домой, леди Крофт. Вам распаковать багаж или запаковать? Уинстон, взгляни на это. Он практически идентичен, но немного другой формы. Идентичен чему? Чему-то, что я видела давным-давно в Непале. Вдали от какой бы то ни было даингской культуры. И вы полагаете, это осколок того же меча? Какого меча? Скорее, другого такого же. Зип, я хочу, чтобы ты узнал все, что можно об этом Ратланде. В особенности, где он находится в данный момент. Попробуй, Перу. Он говорил о Параисе. Он намекал, что там есть информация об артефактах. Он сказал, что ты была в Параисе. Что там произошло и кто такая Аманда? Алистер, изучи эти изображения, посмотрим, что ты сумеешь узнать. Зип, позвони она и узнай, сможет ли она встретиться со мной в Параисе в субботу утром. Субтитры сделал DimaTorzok.